Всем привет! С вами я, Григорий Кочетков, и сегодня мы рассмотрим, как делать проушину Балакова, которая необходима для того, чтобы организовывать спуск на льду. Для этого нам понадобятся следующие вещи. Репшнур диаметром 6-8 мм, примерно 1-1,5 м длиной. Ледовый бур примерно 19-21 см длиной. И крючок для того, чтобы вытаскивать репшнур сквозь проушину. Такой вот примерно длины. Сначала нам надо будет выровнять поверхность льда и очистить ее от снега эфирно. После этого мы выбираем две точки, в которые мы будем крутить буры. Крутим одну дырку. После этого примерно на расстоянии 10-12 сантиметров крутим вторую дырку. Выкручиваем. Берем репшнур. Опускаем один конец репшнура. В одно отверстие. И крючком вытаскиваем репшнур через другое. После этого связываем концы грипшнура узлом грипвайн. Вот у нас получается вот такая вот петля, которая годится для организации дюльферной петли, либо точки страховки. Но, как правило, это используется именно для дюльфера, чтобы не оставлять буры и не рисковать, организовывая проушину со сдергиванием на буре. То есть это один из самых надежных способов и при должной практике и опыте делается достаточно быстро, как мы сейчас убедились.